А я усалют всем, с вами Стеймс Бро. Сегодня мы будем смотреть клип Джонни Боя, который называется «Вагна». И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Погнали смотреть. Так, Джонни Бой, последние альбомы какие-то или треки, я его не слушал. Хотя нет, слушал какой-то, даже делал реакцию. Он там в непривычном, наверное, для себя стиле исполнял. Как бы, не знаю, мне вот... То творчество его за 2011 год, 14 или 13, не помню, 12. В общем, нравится намного больше, чем то, что он делает сейчас. Но, не знаю, давайте заценим. Интересно посмотреть, что он... Я даже его на его концерте был как-то, не помню, в каком году, но, короче, давно. Мне понравилось. Круто исполнял треки вживую, как бы все заебись. Тут не знаю. Давайте посмотрим. А, клипец. Ждем разъеба еще. Делаем бенджи, это наркотик, столько за сутки, это мой профит, на ведь я топы, на ведь я... Сразу хочется сказать, что очень стильно, да, вот смотрите, какой Джонни будет, этот красивый, да? Очень круто, мне нравится, картинка прямо, я уверен, будет заебись просто. Делаем бенджи, это наркотик, столько за сутки, это мой профит, на бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте, бывшие опы, все они броуки, твоя хоу хочет и брешет когти, на бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте. You can't stop me, yeah. Fuck me, wag me, you can't stop me, fuck me, wag me, you can't stop me, fuck me, wag me, wag me, wag me, wag me, wag me. Сделал поп, танцы, реггетон, кантри, Джонни Бой и седьмой его альбом. Вагми о себе в третьем лице, это пиздос. Нагло западло читать, я-я-я-я, когда кругом ахуй сделал секс. Figures будто я, Vita 7, бля. Figures будто я, Migos, VVS, прибыль M&M's. Skittles мои люди рубят кэшек больше, чем Beatles, oh shit, you lame. Я взрываю, как Хусейн, на слово и бум. Бэйфэ, оу, уже тут, мэн, могу сделать хоть бум. Бэп, хоть рэп-кор и new school. Рэп, а не батчик, я ху, хэт, я легенда, как ту. Делаем бенджи, это наркотик, столько за сутки, это мой профит. Блять, ну мне нравится, честно говоря, не знаю, предыдущий трек мне не то, что прям зашел, а вот этот вот прям вот очень хорошо, не знаю. Мне, конечно, больше нравится, когда он делал лирику, у него прям очень хорошо получалось, но тут тоже неплохо он достаточно. По тексту, ну как бы, особо прислушиваться не надо, да, должен быть кач. Он есть, как бы качево, да, но прям что... Прям раскачало меня. Такого, блин, нет, к сожалению, да? Давайте слушаем второй хук и второй куплет. На бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте, бывшие опы, все они броуки, твоя хоу хочет и брешет когти. На бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте. You can't stop me, fuck me, wag me. You can't stop me, fuck me, wag me. You can't stop me, fuck me, wag me. Wag me, wag me. No cap, no lie, слышишь, все это не гон. Я 24/7, онлайн, пиши мне на трэп-телефон. И меня могло тут не стать, об этом не просто писать. Кого тебе слушать, решай. Let's get it, let's get it, let's go, be humble, не говорит Кендрик. Sit down, и ты станешь легендой. И я летаю, не парясь на бэмке, хотя могу взять себе Бентли. Хоть в плане битов, I'm a killer, простой я и скромный, как Илон. Если хотят собрать этот нал, положи мои бабки в могилу. Yeah, мне не нужны концерты, фражки, вообще концерты. Корпоративы, вечный хайп, промо и фото. Я могу делать, что хочу, и могу петь об этом, пока они пишут куплет, чтоб сделать деньги. Делаем бенджи, это наркотик, столько за сутки, это мой профит. На бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте, бывшие опы, все они броуки, твоя хоу хочет и брешет когти. На бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте. You can't stop me, fuck me, wag me. You can't stop me, fuck me, wag me. You can't stop me, fuck me, wag me. Wag me, wag me, wag me, wag me. Так, ну вот мы построили с вами клипец Джоника. Что можно сказать? Блин, мне не хватило по звуку. Вот минусовочка крутая, качает все, но по звуку не хватило. Не знаю, какого-то, может, автотюнчика.
Не знаю, вот битос меня прокачал, сам Джонни Бой, вот не знаю. Трек, в принципе, мне понравился, как бы, да, наверное, на 4,5 из 5. Клип очень крутой, классный клип, очень стильный клипец, мне зашел. Ну, как-то так. А с вами был Stamos Bro, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи, пока!